друзья, очень приятно, радостно вас видеть сегодня в зале заседания Государственной Думы. Но сегодня здесь законы приниматься не будут, а пройдет всероссийское совещание местного самоуправления сегодня в здании. Глава города Ульяновска Беспалова Марина Павловна. Марина Павловна, вот сегодня праздник. Скажите, пожалуйста, чего вы ожидаете от этого мероприятия? Праздник – это всегда хорошо. От этого мероприятия ожидаем много. Ну, во-первых, это спасибо большое президенту Владимиру Владимировичу Путину, что он услышал муниципалов и подписал 21 апреля 2012 года этот указ о праздновании Дня муниципального служащего. Это очень значимо и важно для муниципалов, потому что муниципалы – это органы местного самоуправления, это тот орган и та власть, которая ближе всего находится к населению. Куда идут наши жители? Они идут к главе администрации, они идут к муниципальным чиновникам на местах. Пока доберутся они до региональной власти, пока они напишут там какое-то обращение президенту или еще кому-то, а вот со своими проблемами они идут к муниципалам. Есть деньги у руководителя на решение вопросов местного значения? Нет денег. Тяжело ли? Легко ли? В любом случае, при любых обстоятельствах, всегда оказывается практическая помощь нашим жителям, нашего конкретно региона, нашего города, нашей страны, именно этими людьми. Это кропотливая работа, это тяжелая работа. С населением всегда сложно работать. Мы все равные, но мы все разные. Мы приходим с разными настроениями, с разными характерами, требуем, просим, ругаемся порой. Но, тем не менее, всегда наши жители уходят от чиновников с решенными вопросами. Может быть, и не в полной мере удовлетворенные, но тем не менее с ними разговаривают. И сегодня, в этот день, хочу пожелать всем своим коллегам терпения, терпения, терпения. Хочу пожелать творческих успехов. Хочу пожелать, чтобы в каждом регионе, в каждом населенном пункте, в каждом муниципальном образовании были решены все вопросы. И благоустроены территории, и отремонтированы дороги, и чтобы не текли крыши, и чтобы были красивые парки и скверы, чтобы были красивые детские сады и школы. И все это должны решать муниципалы. Поэтому от праздника мы ожидаем многого, от этого дня ожидаем многого. То, что даже сегодня нас собрали в этом зале, в зале Государственной Думы, говорит о том, что этот орган власти, орган местного самоуправления, он необходим. Это не какое-то среднее звено, это начальное главное звено цепочки всей системы управления власти. Поэтому много проблем сегодня и не подкрепленные вопросы местного значения финансовыми ресурсами. Это изношенность инженерной инфраструктуры. Это не в надлежащем состоянии порой и детские, дошкольные учреждения, социальная сфера. Это, может быть, и не та заработная плата, которую бы хотели получать работники этих учреждений. Но, тем не менее, нас услышали, нас сегодня сюда пригласили. Я полагаю, что те вопросы, те проблемы, которые мы обозначаем на уровне государственной власти, они будут решаться. Мы это видим, есть уже много вопросов, которые решили, но есть, которые еще необходимо решить. Марина Павловна, организация «Союз российских городов» существует уже более 20 лет. Сколько лет вы находитесь в составе «Союза» и каковы ваши впечатления от сотрудничества и пожелания «Союза», конечно же, на сегодня? Ну, город Ульяновск с самого начала был участником этого процесса создания такой общественной организации «Союза российских городов». Это правильное было решение, потому что каждая территория, она чем-то отличается. Крупные города, у них одни вопросы, проблемы. Муниципально-сельский район, это другая уже ситуация. Если взять наши маленькие города, вопросов много, но не такие проблемы. И поэтому, когда было принято решение о создании Союза российских городов, это было правильное решение. Союз российских городов, он должен быть двигателем движения, продвижения интересов муниципалов. Я хочу сказать, что работа ведется на достаточно высоком уровне, и
это прежде всего площадка для обмена опытом, для лучших практик. Это площадка для консультации вновь назначенных мэров и глав муниципальных образований. И поэтому там работают хорошие специалисты. И наши мэры, наши главы муниципальных образований, они являются двигателями в законотворчестве, в нормотворчестве, в разрешении, рассмотрении самых сложных вопросов.